Плюм-плюм-плюм, леди и джентльмены, на связи Шедимен, конечно же, леди Леска. Всем привет! И Нубик. Привет, друзья! И на самом деле, это не вот эта курица стала такой гигантской, это мы вместе с Леской уменьшились, потому что наша сегодняшняя охота снова начинается, друзья. Добро пожаловать в гигантские маленькие прятки в Майнкрафте. Те, кто у нас ищут, являются вот такими большими, а те, кого ищут, они будут вот такими маленькими муравьишками, которых мы будем просто топтать все время. На самом деле, мы топтать не будем, будем просто искать. Но ты, у меня для тебя есть прямо сейчас интересное задание. Смотри на экран, появился темный силуэт. Ты должен понять, что это за предмет здесь замаскирован из Майнкрафта, и напиши название этого предмета прямо сейчас в комментариях под этим роликом. И после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом, а те, кто из вас еще до сих пор не подписан на канал, нажимайте на красную кнопку подписаться и делайте то же самое на канале Лески и Нубика. Но мы погнали тянуть жребий, кто у нас является водой в первом раунде. Проверим. Давайте, я буду первый тогда. Давай. Нажимаем, и я иду прятаться. Слушай, а нет, это еще не точно. Выпустим, мне кажется, Шеди будет. Не знаю. Нет. Возможно, возможно. Нубик, давайте ник. Так, ну-ка. Так, опа, меня снова зелененькая выпала. Так, давай. Мне кажется, Леска теперь будет. Мне кажется, теперь Леска первой водой будет, а то у нас... У меня было уже такое, зеленая. Я помню, когда мы в других местах прятали. Да ладно. О, зелененькая. Мне страшно. Слушайте, гарантирован. Кто-то гарантирован. Нубик гарантирован. Вы представляете, мы все 9 выкинули, то есть последний, блоков, да, и остался именно последний один красный. Так, Нубик, давай, хватай, короче, вещи. Жуканов, ага, сейчас мы тебя гиганта там размелим по-быстрому. Так, применяю. Молочко я взял с собой, все. Я применяю... Так, стойте. Так, стой, я еще не готов, Нубик, погоди, у меня что-то у меня не сработало, ничего. Так, опа. Все, Нубик, давай, можешь начинать отсчет потихоньку. Меня тут раз. Так, я, короче, не успею спрятаться 4, туда, куда хочу. Ой, я Нубику увидел, там, так что я пока 6, что буду стоять здесь. 7, 8, так. 9, сейчас 10. Я вот сюда вот захочу. Пошло, можно? 5 минут пошли, так, да, можно. Давайте. Все, я Нубик, давай. Не-не-не, все нормально, я спрятался, Нубик, уже время пошло, все нормально. Я тоже готова. Так, на самом деле, я не хотел прятаться в этом месте, в котором я сейчас нахожусь. Я хотел спрятаться немного в другом. Просто я не успел. А, слушай, а я вот тут выбрала это местечко и хочу его протестировать. Как бы мне туда перебежать? Я боюсь то, что меня Нубик спалит, если я сейчас перебегать начну. Вот, и не хотелось бы на самом деле. А Нубик, а ты где сейчас? На каком этаже, Нубик? На третьем, а что? На третьем? Он, ничего себе. Прикольненько. Так, что у нас здесь? Просто я тебя не увидела. Так, не, ну туда я даже добежать теоретически никак не успею. Вернее, мне там толком негде спрятаться теоретически. Слушай, а мы не можем перемещаться, так же не очень честно будет, если вообще заныкаемся и сидим. Так, ну, не, я не заныкался, я не настолько прям сильно спрятался на самом деле. Так, но хотелось бы намного лучше все-таки спрятаться в какое-нибудь прикольное место. Так, например, куда-нибудь... Вот сюда, нет, например. Пока что не нашел, пока что я бегу на второй. Не нашел еще никого? Вот даже никого не замечал совсем, получается, ты, да? То есть я не получал еще находить. Так, ну, я... Так, помните то, что когда только 3 минуты пройдет? Чего? Если Нубик никого не засечет, даже не заметит на капельку, мы скажем, где мы находимся. То есть с каждым разом... Слышь, Шади, я сейчас применю такую тактику, я не знаю, вообще меня увидит или нет, и просто сейчас... Короче, я сейчас встал так, то что... Я нет, Нубика вживую нет, даже не видел. Нет, я сейчас знаю, где он сейчас где-то в доме носится, но так вживую я его даже не замечал, честно говоря. Так, о, что за место вообще? Слушайте, ну на самом деле не особо хорошее, но и я бы не сказал, что плохое, наверное, вот это местечко. Все место, все просмотрел, прям внимательно, короче. Слушай, а если смотрю, он сейчас все смотрит, он сейчас придет и высмотрит. Ой, не знаю, я где-то нахожусь сейчас. Что это у нас такое? Так, наверное, Нубик, короче, либо на третьем, хотя я не знаю, либо на третьем этаже, либо на втором этаже он сейчас, я не пока знаю, что без понятия. Где-то ближе он становится. Нет никого. Да, возможно. Возможно, становится это ближе, наверняка. Так, вижу. 2 минуты прошло поисков для него. Я сейчас нахожусь, на самом деле, он меня почти спалил в один момент, он прям мимо меня прошел. То есть я, на самом деле, в открытом месте нахожусь. Вот. А где Леска находится, я даже не видел, куда ты побежала, я понятия не имею, где ты есть вообще. Я потом скажу тебе, что я сделала. Окей.
Так, а я пока что стою, короче, еще до сих пор на этом месте. Я потом скажу, что... с чем я у себя ассоциируюсь вот так, таким образом. Так, окей. Ну, я прям вообще, знаешь, у меня прям открытая позиция. Реально, прям вот совсем. А ты на полу стоишь или наверху? А пока нет подсказок, еще время не пришло. Я еще не скажу, где я сейчас нахожусь. Так что пока еще нубик точно ничего не узнает. Никаких подсказок. Я вижу то, что он носится где-то в доме. Ой, теперь я где-то его вроде бы увидела кусочком. Ладно, буду дальше тут стоять, короче, ждать. Так, 3 минуты, даем подсказки. Место, я на втором этаже. Я на втором этаже. Олеска. Я на первом. Все, нубик, третий этаж можешь отсекать, и тебе уже легче стало. Могу дать подробнее подсказку. Это комната для тренировок. Для того, чтобы сходить покакать. Так, короче, Нубик, у тебя еще через 30 секунд будет новая подсказка. Я думал, ты вспоминал, как туалет называется, типа вот. Так, и если я тебе скажу... Хотя не знаю, короче, вот я стою здесь, и вот, ну, серьезно, меня спалить очень легко. Нубик, я тебя видела. Нубик, ты ушел, я Нубика тоже много раз видел. Минута 20 осталось, минута 20. Теперь меня. Так, все даже вот так буду делать, короче. Я прям на тебя. Так, по-всякому шуметь, короче, туда пулять. Че, нашли? Да ладно, я вижу. Так, Леска подключается к пряткам, становится большой. Леска, давай, большая. У вас остается минута времени. Остается целая минута времени. А подсказку я не знаю, подсказка нет. Ты же нашел Леску. Я вторую подсказку давала. Ну, Леска, так, подожди, Нубик, если бы вы сейчас до сих пор никого бы не нашли, то это было бы логично, давайте еще одну подсказку, но ты же Леску нашел, то есть, а за смысл тебе еще подсказку давать? Ага. Вас и так двое сейчас меня ищут. Леска, ладно, давай. Скажу одно, я не внутри. Я не в здании, все, он окей, даже... на наружном карнизе. Даже подсказку еще, короче, одну дал вам, так что давайте думайте теперь, где я могу находиться. Так, он, вот. Получается, на солнышке на веранде где-то, значит, ну, возможно, либо на веранде где-то, либо возле травы там прячусь, я не знаю. Короче, где-то явно смотри, неподалеку. Вот, так, вот трудно найти достаточно. Так, давай возле кустиков всяких проверять. Опа, я там проверю, это кто стрелял? Это так, Нубик, стрелял? Ты просто так не стреляй, а то ты вся стрела израсходуется просто и все. Вон он стоит, Нубик, Шеди стоит, Пока. Куда вы? Ну-ка. Гараж, Ой, Нубик, уйти. Гараж. Есть, все, время закончилось. Все, я успел. Я успел, чё, вы возле... Нубик, ты возле меня 100 раз пробегал, я на этом столбе стоял, короче. Я все это время стоял просто на одном столбе. Сейчас у нас начинается 2-й раунд, я уже не тяну. Жребий, сейчас только Леска и Нубик тянут, я 100% прячусь. Опа, так, Леска... Давай скорее. В смысле, что, почему? Так я только что... Я... А, да? А, точно, погоди, я думал, что я искал, капец. О, я ищу, Леска, иди, прячься скорее. Капец, я что-то думал, что я ищу почему-то, я не знаю. Так, что-то перепутал реально, короче. Так, все, сюда эти штуки положим, они мне не понадобятся пока что. Мне понадобятся спектральные стрелы, лук и ровно 10 секунд дать вам, чтобы вы спрятались. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все, 5 минут мои пошли, я побежал искать. Давай. Так, тут можно пройти? Так, ага, здесь нельзя пройти, значит, идем искать мы вот здесь вот. Так. Фух, ну что, погнали, будет интересненько искать. Это интересно. Прикольно, потому что ты прям ищешь, смотришь, разминаешь глаза. И тем более, а мне нравится, потому что все где-то прячутся, и ты вот каждый уголочек там вот это все внимательно проверяешь. Так, ну зачем ты пришел? Здорово, сюда? привет, Леска, все, 2 воды у нас становится. Нубик, ты представляешь, он меня сразу нашел. Капец, а это тактика, Леска, я просто каждый уголочек проверяю, все. А на самом деле, это тактика. Я туда забежала, я думала, что он не тупиковый это будет, а он тупиковый оказался. Так, короче, все, Нубик. Надо проверять и месочать. 2 воды против тебя. Да вот он и проверил. Так, я сейчас стрелу. Самое прикольное, то, что если бы я нашел Леску после 3 минут, подсказки давать не надо было бы. Но сейчас подсказки придется все равно дать, потому что я меньше минуты мне потребуется, чтобы найти Леску сейчас. Вот. Так, ну что, побежали, где Нубик находится, искать его. Сейчас я возьму стрелу, так. Я пока что его нигде так ни разу не заметил. Меня это очень сильно пугает. А этажей в доме очень много. Тебе страшно, Нубик? Нас теперь двое. Мне очень страшно. Так, если ты чувствуешь, он очень спокойный, и пока что он даже никак не реагировал, значит, мы до сих пор даже близко к нему не подходили.
так. А ну, давай. Вот, Федечка, ты не прав. Не да? прав. Ну, посмотрим, не посмотрим. Надо третий этаж проверять, потому так, что... Так, третий этаж, окей. Я пока что, что проверю почему? Все, что у нас находится на кухне возле меня, вот здесь вот. Нубик, а ты да, чушь такой это, смелый, мне кажется, это, это, скорее всего, дезинформация, потому что это неправда. Дезинформация у него там. Так, все, пройдем здесь. Так, здесь пока что никого нет. Так, туда он уйти точно не мог. Так, нужно полностью второй этаж, короче, проверить все уголки прямо. Исследую третий. Здесь никого, этаж, здесь да. Ты третий, да, окей, я пока проверю, что у нас на втором этаже тут находится. Так, сейчас мы найдем так тебя, а на втором маленький этаже маленький, у нас тут вообще ничего нет, короче, я не знаю. Куда на втором ты там этаже спрятался, таракашка? Просто непонятно, реально, я куда он спрятался. Так, а если мы вот так, так сделаем, посмотрим Нубик, здесь, я посмотрим, тебя что пока у нас. Не нахожу, но ничего. Слушай, не он точно, скорее всего, видимо, не на кухне был. Он врет постоянно. Так. Тут он нас путает в показании. Так, не, ну, здесь а его тоже не видно. Короче, мне кажется, он, возможно, даже куда-то за пределы улетел, что ли, да потому ладно. Что я нет, прям все уголки я проверил. Не могу лететь. Я вообще-то не космонавт, чтобы летать. Я тебя переносном значении имею в виду. То есть ты куда-то спрятался совсем прям ну, очень. Федечка, очень-очень сильно. Ну, так, Нубик, через 20 секунд ты даешь уже подсказку. Окей. А сколько подожди, времени прошло? 3 минуты. 2,5 минуты. 2,5 минуты приблизительно что-то прилетело. Быстро, кстати, очень все. Быстро идет. Так, время, да, очень так. Быстро. Нубик все так, время в одной. Короче, ладно. Так, его здесь нет. Так, его здесь нигде нет. Получилось. Так, здесь тоже его не наблюдаю. Короче, засел прям ой. Очень сильно, очень хорошо засел. Так, давай подсказку, Нубик. Да. Я, в общем, я бегаю на этаж. Какой-то. Ну да, этаж, я хочу сказать. Я бегаю на втором этаже. На втором, все, Леска, получается, он все это время будет находиться на втором этаже. Все, я погнали. Бегает он. Чё-то мне не верится, что он бегает. Совершенно не верится. Так, скорее всего, где-то сидит просто все. Где, Леска? Ты нашла его? Нет, нет, нет. Так, это слушай, второй этаж. Сидит. Короче, мне кажется, он просто обманывает, и все, реально. Потому что на втором этаже мы с тобой все проверили уже. Не, ну Нубик, видимо, сильно спрятался. Потому что... Возможно, возможно, возможно. Так, а что это если возможно. Мы проверим где-то, например, где-нибудь вот в этом месте за, например, горшком? Кто-то у нас тут сидит! Да ну-ка, ладно. Нашелся! Все, поймал, 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 ударил его. Есть, Леска! Знаешь, что самое интересное? Сидел, да? Я это место проверял. А ага. Там его не было. То есть он реально на кухне, короче, стоял и... Все, есть, нам получилось, Нубик, ты нашелся, короче. Слушай, ну... Капец, Нубик. Все, погнали в следующий раунд. Да, в следующем да. раунде у нас Леска 100% является водой, но мы с Нубиком пойдем да, прятаться. Да. Итак, мы уже стали маленькими, Леска. Все, давай, начинай отчет ровно 10 секунд. И мы погнали прятаться. Так, хочу более хорошо. Нубик, ну сколько времени было подготовиться? Ты что до сих пор не готов? Леска, давай отчет уже, неважно. Я лук не взял для того, чтобы стрелять давай в леску. Ну ладно. Не-не-не-не, без лука, а, все, без. 8, я по хардкору буду. 7, мне 6, он не нужен. 5, так, получится у меня 4, сюда запрыгнуть или нет? 3. Так, 4, 3 2, там всякие. 1. Так. Все. Все, запустил. Я запустил таймер. Таймер пошел. Чего, Нубик? Я теперь таракан жукан. Ты так, Нубик, ты все равно все время, вернее, так постоянно тараканы, жуканы у тебя раунде. Всякие, короче. Так, а да. Я, пожалуй, буду сидеть в общем, где-то Леска вот здесь. Следую. Так, это что у нас? Это может, здание. Опять сюда спрятаться? Не, не буду. Короче, я здесь буду находиться. Все, так, только чтобы туда не улететь. Так, Леска, представляешь, прошло 30 секунд уже. Я вообще быстро время идет, я просто да. Больше чем уверена, что я не... О, Нубика вижу. Так. Ты знаешь, где я в первом раунде сидела? Ты же меня не видел, кстати. Нет. Я висела под потолком на лиане, как видеокамера. Да-да! Это так прикольно? Было. А это так нормально, я даже не догадался, наверное, туда посмотреть. Хотя у тебя костюм белый, я бы заметил, что ну, ты там на это... контрасте ну, носишься где-то. Выделяешься. Так, а что вот если ты? Я как-то вот так сейчас сделаю, короче? Я давай, это слишком. Так, а что, неплохое место, по-моему, у меня. Я себе нормальное место нашел здесь. Так, можно и смотаться, кстати. А нет, стоп, сматываться-то отсюда и не получится толком. Это надо на другую сторону бежать абсолютно. Так, я пока что начну потихоньку, наверное, перемещаться. Ну, так, прогуляемся здесь. Так, да а что если... А, стоп, погодите-ка. Нубик. Я походу понял, теперь возможно, я где до этого... Жукан, я... стой, говорю. Так, стоп, да вы что, у вас догоня, что ли? Ой, догоня, говорю, погоня началась реально. Так, Нубик, живи только, не сдавайся до конца. Так, стойте, я хочу куда-то припрятаться. Мне нужно другое интересное место. О, слушайте, где я только что был? Вот ты посмотри.
кричу. Так, что, не получается резко? Ты его палочку не задела? Так, опа. Все, я здесь буду стоять. Ты на пружинках, что ли? Я тебя задела. Я вас не вижу даже нигде. Она задела меня. Да, все, у вас два воду, что ли, становится, только не это. Она меня задела. Всё. О, все, вижу, вижу, теперь тебя 100% там задели. Ну ты прыгаешь до потолка, ну у тебя ноги прыгают. Так, плохие дела, плохие дела на самом деле. Мне это совсем не нравится. Пол дома разломала, пока его поймала. Ну вот куда это годится? Пол дома, это вообще, это реально, от дома совсем ничего не останется потом. Да я там вообще на лестнице переломала все перила. Где мы будем в прятки играть? Так, вот это точно. Это действительно, прятки негде будет играть. Так, пока что двое человек ищут, это, конечно, очень плохо, честно говоря. Это прям максимально плохо. Это не понравится точно совершенно никому. Как чьи мне кажется, там синие когда тебя штаны человека... были? Нубик, давай скорее сюда, он тут. Какие был, штаны? Быстрее! В смысле? Вы что говорите такое? Я увидела, где вроде синие штаны были. Так, быстрее, капец, быстрее, капец, они еще что-то там заметили непонятное, капец. Так, куда он ладно, делся? Все, пора, короче, наверное, сматываться куда-нибудь, что ли. Вот потому тут что, вот видимо... из-под лестницы я видела синие штаны, где он? Ты чё, Леск, совсем, что ли? Штаны не речь еще какие-то. Так, короче... Так, ладно, ну, сейчас 3 минуты смотри, скоро смотри, будет. Смотри. Я даже не знаю, подсказку давать или нет, потому что... Ну, наверное, да, я дам подсказку. О, я упала в бассейн. Так, я скажу то, что я сейчас нахожусь на улице. Я не в здании. Я тоже на улице. Да, я снова нахожусь не в здании, где-то веранды, в каком-то месте я прячусь. Так, Нобик, давай в одном месте не ходим, так бесполезно, ты что тут ходишь? В одном месте будет? Ходить, ходить в одном месте надо. Вот это намного быстрее да вы сейчас, меня так найдете. Ага. Нет, просто чем тщательнее проверяешь одно и то же место, тем больше вероятность найти. Вот такая тактика вообще-то. Ой, так, а я пока что... Да что так все да, медленно естественно, после этих эффектов, естественно. Кажется. Так, это не то... Так, а что, если знаю, мы куда-нибудь... Так, ну вот где-то я тут есть, короче. Где-то в хорошем месте очень прячусь. Так. То, что ты в хорошем, я и не сомневаюсь. Сейчас надо бы себя вычислить, конечно. Конечно, в хорошем. Так, Леска, вижу, где-то Леска там перемещается. Нубик, вижу, тоже бегает отовсюду, повсюду, короче. Так, слушай, ну так я сейчас уже... Я уже на первом этаже где-то нахожусь. Я не на улице, я в помещении Леска, на первом быстро, этаже. Быстро, быстро, бежим, бежим, Леска. Куда? А что ты там нашел? Что-то что? Что, куда бежать-то? Слушайте, я такое прикольное место нашел. Здесь просто невозможно обнаружить никого. Просто а невозможно. Ну-ка вылези оттуда, мы же тебя найти должны. Откуда, откуда, откуда вылезти? Откуда, откуда ты обнаружил? В смысле? Чего? Давай, давай, выходи. Я вообще ничего не понял. Леска возле меня только что прибежал и не заметил. Тут невозможно заметить, на самом деле, вообще. Никак, по-моему. 40 секунд, примерно 40 секунд еще остается. Так, 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 ходим, ходим. Нубик что-то ищет, что-то пытается кого-то найти, но не получается. Тепло, прям тепло, тепло. Где-то я прячусь, короче, здесь снизу. Вот, где-то прям вот по полу бегаю здесь. Вернее, не бегаю, а перемещаюсь потихонечку. Слушай, вот. А где здесь может быть? Нубик, ты где вообще? Давай ищи, а куда он делся-то? А чё Нубик, кстати, с этим-то, Нубик, со спидхаком-то каким-то да ищет? Чё он носится так быстро? Нубик, ты офигел, что ли? Да смотри, он еще и правила бегает, нарушает. Это нормально так играть, нет? Так он и толком тебя и не ищет, он что-то носится. Капец, Нубик, ну ты, конечно, совсем. Шеди, я не понимаю, где. Все, время вышло. Он только что, смотри, вот я здесь, смотри назад. В смысле? Я вот, смотри, я стоял здесь под машиной, потом Нубик, я, короче, вот здесь вот уже стоял, Нубик выходит вот отсюда, такой хоп, залетел, посмотрел прямо на меня и пошел назад. И не нашел, короче, а я прям на улице стоял посередине, он меня как-то не заметил почему-то, я не знаю. Так ты носишься с этими, со скоростями-то, Нубик, еще и правила нарушаешь. В общем, друзья, как-то так, битва лилипутов вот такая вот у нас сегодня получилась. Но на связи был Шедимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.